Калимера, доброе утро всем. Давно меня не было по уважительной очень причине. Я отсутствовала в Греции. И сейчас иногда буду выставлять свои репортажи. Мы приехали в Афисос, 18 километров от Волоса на пляж. Оливки уже отцвели и уже зародились такие маленькие плоды. Все цветет и пахнет. Красота. Будний день, людей практически нет, но еще и для греков 11 это и не время. Лежаки тут бесплатные, но достаточно что-то заказать из карты бара. Посадочных мест очень много, еще на травке есть. Море теплое, 25 сейчас где-то. За что я люблю Афисос, тут натуральная тень под деревьями. Нету жары. На травке много мест. И очень много кофейнил посадочных мест они сделали. Раньше там был вход, теперь они его закрыли. Убрали арку с жасмином, шикарно. Погода супер. Июнь, будний день, почти никого. В этом году вот новая услуга для инвалидов. Переодевалка, душ. А здесь апартаменты сдаются прямо на берегу. И вот для инвалидов вход в море. Здорово, да? Молодцы. Здесь спасатели, яхт-клуб. Сюда не отправляются в свои путешествия. Так, тут апартаменты. Есть там ресторан и шезлонги и зонтики. То есть можно здесь отдыхать на месте. Начинается дикий пляж, тоже очень хороший, ну, побережье как бы одинаковое. Вот сэндвич клаб, картошка по-деревенски и бутербродики. И все, так, наплавались.